Магазин Победа, видеообзор на ноутбук HP. Внешнее состояние есть потертости по корпусу. Также есть царапины по корпусу крышки. В целом ноутбук нигде не разбит. Трещины, сколы отсутствуют. Разъемы все целые. В комплекте идет один зарядный устройство к нему. Прошу прощения, не оригинальное. Сам ноутбук работает полностью исправно, подключен к сети Wi-Fi. Wi-Fi работает хорошо. Так. На сайте KeyTest мы сможем проверить работоспособность клавиатуры. Пока покажу экран, пока белый. Засветов нигде нету. Белые битые пиксели также отсутствуют. Ну и пока прогружается, можно пройтись по характеристикам ноутбука. Она вот уже открылась. Так, по поводу клавиатуры. Целом клавиатура работает исправно, но не работают вот эти вот две верхние клавиши, вверх-вниз. Все остальные клавиши работают. Так, характеристики его. Процессор AMD A6. Объем оперативной памяти 4 гигабайта. Дисплей AMD Radeon HD 7520. Звук работает у него исправно. Так, это у нас опять интернет плохо работает. Динамики не хрипят. И работать хорошо. Самый крутой способ носить ключи, уверены в одном из американцев.